И всем привет, ребят, с вами Мистер Майк, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему замечательному новому ивенту и тому, что же подготовили с заданкой разработчики на сегодняшний день. Эту ситуацию точно хочется обсудить, ну и, конечно же, посмотреть, как же завершился мой вчерашний день. Я никому не показывал мои вчерашние ходы, и посмотрим, что же у нас в этой мини-игре за второй день произошло. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, нравятся видеоролики, посвященные этому ивенту, обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов. На 20 тысяч тайкоинов, для этого настройка рыва каутики, стоите мой личный так темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполните форму, которая есть в описании. Давайте для начала зайдем вместе с вами в нашу замечательную игру и посмотрим, что же произошло. Выиграл ли я на одном из двух аккаунтов? На первом аккаунте у нас поражение, а вот на втором аккаунте, у нас что? Ничья у нас на втором аккаунте. Первая ничья моя сработала. Да ей же, ребяточки. Да ей же против Wyshark G. Хуе... Ой, осуждаю, если честно, такие никнеймы. Сработала ничья. И вот такую тактику я взял на пощупать. И она сработала. Сработала моя тактика. То есть... Игрок пошел по моей схеме старой, а я дал уже схему новую. Да, и получилось у нас 40-40. 40-40-40-40. Я понял, понял. Так, а какое это вообще звание? Ну, 70 очков лишними, как говорится, не будут. А что, конечно, плюс 20 дополнительных заработал. Легенда 26-я. Все, понял. Легенда 26, понял. Так, а кто меня убил опять на втором аккаунте? Давайте посмотрим. Хулелота, боже, что за никнеймы, ребяточки? Что за никнеймы? Так, вот этот никнейм, походу, скрыт. Да, этот никнейм, к сожалению, посмотреть нельзя. Так, ну что, на одном аккаунте у меня все стабильно, на втором ситуация чуточку получше, но это еще не самое ужасное, что есть в этой всей ситуации. Самое ужасное и самое неприятное, что есть в этой всей ситуации, это то, что на третий день задание, которое стоит... В постойка, постреляйка. Нужно поймать два золотых ящика. Каким образом, без шанса выпадения золотых голдов, без никаких дополнительных бонусов в виде падания голдов в режимах, я должен поймать целых два голда. Ладно, там еще в один голд был, но два голда. То есть я на протяжении вот играю, ну плюс-минус в день, по часу на каждом аккаунте, да? Вот час у меня есть на то, чтобы сыграть на одном аккаунте, час, чтобы сыграть на другом аккаунте. За это время я успеваю сыграть где-то 4 боя. И за эти 4 боя, хорошо, если за этот час, в принципе, во всех катках падает, ну, один голд. Ну, один голд падает. Но бывает там изредка два голда. Но это падает просто два голда на бой. Как я их должен взять? Каким образом я должен поймать эти голды? Да, вот давайте для сравнения просто. Вот я сейчас пикну специально на видеоролике DM-режим. И посмотрим, да. Падают там эти голды или не падают эти голды? Вот просто чисто ради интереса посмотрим. Но как по мне, это очень сложная заданка, которую максимально мало шансов пройти, да? И при этом всем раскладе у меня есть день, чтобы поймать эти два голда. То есть я уже по факту с большой долей вероятности потеряю... сколько получается я потеряю? Я потеряю... 50 очков, да? 50 очков я потеряю. Учитывая тот факт, что я проигрываю, и проигрываю жестко в этом ивенте, да, то для меня 50 очков это прям, ну, очень хороший бонус. Прям мега крутой бонус, который мне бы мог бы подсопортить, ну, максимально круто. Да, вот прям максимально круто мог бы подсопортить. Но...
По итогу у нас добавляется заданка, в которой надо поймать два золотых ящика. Да, я думал, что в этом режиме, да, вот в этом ДМ режиме, я думал, что тут повышенный шанс выпадения голдов. Да, и в теории, да, если шанс голдов, ну, реально повышен, то, ну, заданку такую еще выполнить можно. Да, то есть, ну, ладно, там, два голда поймать с повышенным шансом выпадения голдов, ну, наверное, несложно, да. То есть, ну, реально, по крайней мере. Так шансов голдов повышенных нет. Их нету в этом режиме. В этом весь прикол и есть. Я специально зашел сегодня вот в майские праздники, в миссии. Каждый сам за себя режим. 17 мая, 24 мая. Это промежуток времени. Больше золотых ящиков написано нету. Нету здесь голдов. Здесь просто их нет. И что я должен делать? И как я должен поймать два голда? Как? Каким образом я должен поймать эти два голда? У меня, честно говоря, ну, нет вообще понимания. И, походу, Орех решил опять заскамить. Опять заскамить решил. Решил меня заскамить на мои 50... 50 законных положенных очков. Именно так я эту ситуацию и вижу. Ну а как по-другому? Я реально, ну, мог бы залутать жесткие 50 очков. Мог бы приблизить себя к получению приза в новом ивенте. Да. А по итогу, что я получу? Ну, походу, ничего не получу. Походу, дело... Максимум, что я получу, это, ну, каких-нибудь очков 500. И то, если повезет. И то, если мне повезет, я получу эти 500 очков. Как-то так. Грустно. Максимально грустно. Есть, может быть, еще шанс, что Орех возьмет и поменяет эту заданку. Не знаю. Может быть, такая вероятность есть. Может, Орех сейчас быстренько посмотрит видеоролик. Такой, оп. Ладно, услышал. И поменяет заданочку. Я был бы мега сильно рад. Но если эта заданка не поменяется, то, как по мне, большое количество игроков эту заданку не выполнит. От слова совсем. Да, то есть это надо прям сидеть, жестко потеть. Ну вот, у меня, например, возможности такой нету. Да? То есть у меня нет возможности. То есть у меня вот есть, условно, как я сказал, час, да, для заданок за день. Час для заданок за день. Ну вот, за час есть шанс у меня поймать два голда? Я думаю, что нет. За час два голда поймать нету. Заданку за час выполнить с 30 звездами? Есть шанс? Есть. Заданку за час выполнить 100 аптек прожать? Шанс есть? Есть. Я выполнил эти заданки за час? Выполнил. Эту заданку за час? Я не выполнил. Ну вот, я уверен на 100%, что за час такую заданку я не выполню. Ну и вот, еще и запикался в катку, да, то есть сколько тут уже, полбоя прошло. Ни одного голда тут нет. Да, то есть нет голдов тут. Тут нет голдов. Вы скажете мне, скидывай свои голды, чтобы выполнить заданку. Да, вы скажете мне такую схему. Но, ладно, у меня есть эти голды. Хорошо. У меня есть голды, которые я могу скинуть. У игроков есть голды, которые они могут скинуть? Думаю, что вряд ли. Думаю, что у них таких голдов не будет. Поэтому все. С такой заданкой максимально странно, да, максимально странно. И шансов на ее выполнение, ну, как по мне, крайне мало у большинства игроков. И поэтому, может быть, есть шанс, чтобы Орех эту заданочку как раз-таки поменял и сделал уже из этой заданки, ну, какую-то заданку, которую реально можно выполнить. Как-то так, пишите, что вы думаете по всему этому поводу. Практически за полный бой ни одного голда я так и не увидел в этой катке. Пишите свое мнение, что вы думаете. Согласны ли вы с моей точки зрения? Если да, то давайте соберем максимальную активность на данном видеоролике. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Участвуйте в розыгрыше, ну и присоединяйтесь в Дискорд. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.